Здравствуйте, друзья! Я приветствую всех, кто оказался на моем канале не случайно. В эфире очередной выпуск программы «Одно место». И вот он проехал только что, проехал наш сегодняшний гость. Необычный выпуск сегодня. Дело в том, что такие прекрасные рэперы, как Snoop Doggy Dogg, Dr. Dre, Method Man, Redman, и даже Рахматли Тупак не имеют никакого отношения к сегодняшнему выпуску. Но этот выпуск будет очень сочным на бит и прекрасным на рифмы. Друзья, у меня сегодня гость. И этот гость потрясающий тем, что он мистер Слэм. Да, именно этим он замечательный, потому что можно относиться к рэпу хорошо, можно относиться к рэпу плохо, а можно относиться к рэпу, как он, целиком и полностью. Вот. Сейчас он найдет местечко для своего фантома. Просто у него, как у человека, занятого в проекте Spark Pool Karaoke, контрактное обязательство. Он не имеет права сниматься в Lamborghini. Поэтому придется выходить из ситуации. Ну а если вы очень хотели посмотреть, как я сюда доехал, до места, которое сегодня буду показывать, посмотрите, посмотрите, вот она, ваша любимая малая кольцевая. Друзья, встреча на Малой Кольцевой состоялась. Вот мой замечательный друг, большой приятель, мистер Слэм. Человек, который знает толк в хорошей еде, так же, как в рифмах. Привет, друг мой. Куда ты нас привез? Привет всем, ребят. Очень рад тебя видеть, Равшан. Давно не виделись. Хотел сказать, что сегодня мы с вами посетим уникальное место. Оно называется Уильгара. И, на мой взгляд, здесь готовят просто потрясающую баранину с точки зрения баранины на ребрышке и баранина как мякоть. Мясо как искусство. Вот что ждет вас сегодня. Идемте скорее. Дрожит моя левая рука, это значит, идемте что скорее. Надо разворачивать камеру и идти. Обеденное время. Идемте туда, скорее. Туда. Я предлагаю даже задержаться немножко вот здесь. Я сделаю все для того, чтобы... Посмотри, какие потрясающие посты. Это надо без акцента читать, да? Абсолютно. Да. Азербайджанский, самый лучший, самый вкусный шашлык. Let's go? Let's go. Идем сразу на летник. Да. Он очень самобытный. Для любителей гламура, я думаю, здесь будет достаточно скучно. Потому что, когда ты видишь вот такую надпись, ты понимаешь, вот где жизнь. Вот она, настоящая. Смотри, какая шикарная терраса. Но на самом деле я тоже, я не буду врать, но мы здесь с тобой не в первый раз. Не в первый раз. И все это сделано для того, чтобы люди не отвлекались. Согласен. Дамы и господа, перед вами потрясающий регион, в котором находятся ребрышки бараньи и, соответственно, мякоть бараньи. Но есть единственный нюанс. Это мужское мясо. Почему я говорю об этом? Потому что мясо само по себе достаточно твердое для восприятия... У меня аж слюнки текут, я извиняюсь. Для восприятия вашего гастрономического я, да? Но оно настолько вкусное и специфическое, но очень вкусное. И если вы полюбите
мясные ребрышки, бараньи ребрышки от Эльгара, вы будете фанатом этого заведения, наверное, очень долго. Это такой пикантнейший вкус, который, ну, сложно найти где-то еще. Поэтому это очень вкусно, рекомендую всем. Так, друзья, как пел Snoop Doggy Dogg, ребро барана было вкусным, ребро барана было сочным. Мы вернулись в машину для того, чтобы сказать несколько слов о наших ощущениях, о наших впечатлениях. И, разумеется, я передаю эстафету своему другу, товарищу, мистеру Слену, потому что именно он был инициатором этого наивкуснейшего визита. Господа, я расплываюсь. Расплываюсь в удовольствии, потому что те 30 с лишним минут, которые мы потратили на поедание сочнейшего, ух, опять расплывает меня, нежнейшего шашлыка от Эльгара, я едва помещаюсь в машину, Равшан Джон. Это прекрасно. Я хочу сказать очень коротко, но мне кажется, емко. Ребрышки от Эльгара. Это гастрономический фейерверк, друзья. Пойду я тонуть дальше. Равшан, прощайся быстрее. Это говорит... Прощайся быстрее. Это говорит человек, который несколько лет назад... заказал шашлык из куриных сердечек, друзья. А, это была ошибка. Все, все полезные ссылки прямо под роликом. Не забывайте о том, что в Телеграме на моем канале есть еще и конкретный маршрут до этого места. Поэтому, если вы под впечатлением, давайте из-под него выскакивайте и прямиком сюда. До новых встреч. Живите ярко, ешьте вкусно. Все будет у вас классно. Йокмлейштаха, дусларам. Пока.